главное, это не гнаться в первую очередь там, за деньгами, там, за выручкой, там, за наценками, а все-таки относиться к покупателям как к своей семье. То есть максимально там превосходный сервис, превосходи ожидания, как говорится. Делай все, что от тебя просят, но сделай лучше. Мы получаем данную награду уже в четвертый раз подряд в номинации «Матрасы для здорового сна». Во-первых, конечно, это команда наша, которая действует слаженно на результат, на сверхрезультат. Это огромный опыт, это новые технологии, это, ну и, конечно, любовь наших потребителей, которая заставляет нас двигаться дальше, дальше и творить. Это успех большой команды профессионалов, потому что у нас просто работают самые лучшие сотрудники, у нас работают самые лучшие дизайнеры, которые создают самые красивые диваны, у нас работают самые лучшие конструктора, именно поэтому наша мебель самая комфортная. Это качество, это безопасность, это в первую очередь забота о наших потребителях. Mitsubishi Electric в России уже работает на протяжении 20 лет. И помимо систем кондиционирования у нас есть много других продуктов. Но сегодня мы здесь получили эту премию в категории «Домашние кондиционеры». Безусловно, это очень волнительно и очень значительно получать эту награду сегодня. И я должен отметить, что мы получили эту награду впервые. Безусловно, для нас это большая честь, но и большая ответственность. Но мы стремимся предоставлять российским клиентам только свои самые лучшие продукты и технологии. Мы получаем эту награду уже шестой раз, поэтому, ну, как всегда, мы очень польщены тем, что наши потребители, наши сограждане нас отмечают как лучшую марку, лучший фильтр для очистки воды в России. На самом деле секрет основной в том, что мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы каждый год разрабатываем новые технологии, мы предлагаем что-то новое, мы делаем воду лучше, чище и полезнее. Мы стали снова маркой года в категории зубной пасты. Это вдохновляет, конечно же, на новые успехи, на постановку новых задач. А эмоции, ну эмоции вы, наверное, чувствуете, они просто переполняют меня. Это гордость за то, что мы делаем, гордость за наш продукт. И это, безусловно, ответственность, потому что мы улучшаем качество жизни людей. Потребители видят этот результат, доверяют нашей марке и выбирают ее.